Дорогие мои мальчики и девочки любого возраста, традиционное новогоднее обращение Деда Мороза к народу. Дорогие друзья, что вам хочется пожелать в новом году? Дело в том, что Дед Мороз тоже что-то желает в новом году. Он же не только желания исполняет, согласитесь. А то все выпивают, закусывают, распечатывают подарки, а дедушка... Так вот, Дедушка Мороз весь следующий год собирается читать самые интересные книги. И при этом призывает вас заняться тем же. Если кто еще не составил список книг для чтения на будущий год, то имейте в виду, что вы можете опоздать. Как год встретишь, так его и проведешь. И желаю вам от всей души, чтобы у вас было много стихов, прозы, сказок, раскрасок, комиксов, вот, и прочих продуктов книгоиздательского дела, потому что в этом блоге я рассказываю, конечно, об этом. Итак, дорогие друзья, желаю вам от всей души, чтобы в новом году вас посетило вдохновение. Ну, хотя бы побелите какую-нибудь стену или поклейте куда-нибудь кусок обоев. Желательно на неживой предмет, на людей клеить обои не надо. Чтобы вас посетило не только вдохновение, но у вас хватило бы сил заняться творчеством. То есть, ну, например, напишите что-нибудь. Например, кусок программного кода. Если вас не хватит сил заняться творчеством, то пусть у вас будет хотя бы силы наслаждаться творчеством других. Сходите в музей, послушайте концерт. Вот, значит, ну или уроните кому-нибудь на ногу что-нибудь тяжелое, послушайте отдельный сольный номер. Вот. Дорогие друзья, от всей души желаю вам хорошего чтения, потому что... другого ничего в сложных жизненных обстоятельствах обычно нам не достается. А следующий год будет прекрасен. У нас будет огромное количество интересного, замечательного. Только, к сожалению, все самое хорошее распределяется ровным слоем по всей земле. И именно вам может чего-то не хватить, не достаться. Не отчаивайтесь, друзья мои. У вас всегда есть книжные полочки, которые... будут, я надеюсь, наполняться книжными новинками. Читайте, радуйтесь, с наступающим мною. Вот, поздравляю вас я. Спасибо вам за внимание.